Как правильно искать квартиру в интернете? На какие параметры в объявлениях обращать внимание? На эти вопросы прямо сейчас ответит специалист по недвижимости в рубрике «Спроси этажи». Здравствуйте, меня зовут Юрий Матвеев, эксперт по недвижимости, и это рубрика «Спроси этажи». Как правильно искать квартиру по объявлениям в интернете? Для начала я бы советовал пользоваться проверенными агрегаторами, дабы избежать огромное число фейков. Выставляем комнатность. Не всегда это бывает двухкомнатная, если мы ее ищем, потому что бывают новые планировки, в которых представлены такой же площадью и трехкомнатные, так называемые европланировки, в ту же самую площадь, в ту же самую стоимость. Затем выбираем состояние квартиры. Это косметический ремонт, дизайнерский, современный. Очень часто у нас также дизайнерский ремонт выставляют как косметический ремонт и наоборот. Дальше мы не акцентируем внимание на балконе либо лоджии, потому что эти параметры у нас люди зачастую не понимают, как именно расшифровываются. Затем, после того, как мы выставили все параметры, мы приступаем к поиску квартиры. Я бы советовал вам пользоваться картой, а не выставлять поиск по адресу либо спискам. После этого мы должны акцентировать внимание свое на предложенных вариантах, потому что зачастую бывают квартиры 52 квадрата, либо 49 квадратов. Одни по стоимости 4 миллиона 900, другие по стоимости 5 миллионов 200. И та будет квартира по 100 тысяч за квадратный метр. Но теперь мы прибегаем к новой уловке продавцов. Они указывают балкон либо лоджию вместе с площадью квартиры. В дальнейшем в документах у вас такого не будет, и вы не будете платить за это коммунальные услуги. Но цена квартиры у вас будет уже не 100 тысяч за квадратный метр, а совершенно другая. По этому поводу переплачивать здесь 300 тысяч сверху я не вижу. Затем нам стоит обращать внимание на квартиры с современным ремонтом. Потому что, как правило, такие квартиры стоят намного дороже квадратного метра на рынке недвижимости. Но если у них фотографии одного места, например, кухни, либо санузла, выставлены как 10 подряд фотографий с разных ракурсов, а других фотографий либо помещений попросту нету, такие квартиры стоит избегать, потому что здесь вы переплатите, опять же, необоснованно. После мы должны смотреть такое, как строящееся жилье. Здесь бывает в описании написано, что дом вот-вот сдается, либо третий квартал 23-го, либо четвертый квартал 23-го года. Но, опять же, нужно подходить здесь с осторожностью. Потому что в всех долгостроях у нас прописывается, что дом вот-вот сдастся. Но на самом деле эти дома стоят уже очень долгое время и не собираются достраивать, либо их будут вообще полностью пересобирать заново. Но продавцам нужно с любой возможностью их продать. Поэтому такого тоже нужно избегать. И в конце я бы вам посоветовал все-таки обращаться к профессионалам, к экспертам в своей области, дабы совершить идеальную покупку для себя.